Чертковское восстание – попытка польского вооруженного мятежа в Г. Чертков организовали члены польских молодежных обществ «Эвстшельцы», «Харцеры», «Соколи» под руководством Я. Ковальского с участием украинских подпольщиков-гимназистов. Цель – сорвать становление советской власти. Для этого планировалось захватить оружие, боеприпасы и автотранспорт Чертковского гарнизона через Р. Днестр возле Г. Залещики, перейти советско-румынскую границу и объединиться с польской армии для продолжения антисоветской борьбы. Выступление планировалось на январь 1940 года, однако при подготовке оказалась непоследовательность организаторов, участников не вооружили. Не было четкого плана действий. Восстание завершилось поражением и арестами участников. 42 подпольщика были осуждены в сентябре 1940 года в городах Тернополь и Одесса к многолетнему заточению. Чертковское восстание спровоцировало карательные акции советской власти против деятелей национального подполья.